Смотрите, как я провожу стирку. Вернее, пытаюсь положить белье в стиральную машину под наблюдением двух экспертов. Один вон рыжий эксперт, и вторая вот эта вот экспертиня. Девушка-эксперт, Снамоновая. Она параллельно инспектирует вообще здесь все. Арматуру, сантехнику. Нормально все, Шань? Пойдет? Чисто все? Ну, хорошо. А этот так. Просто контролирует взглядом своим. Понятно, Шанюнчик, понятно. Сейчас она лампу еще посмотрит. Да, плитка правильно ли положена? Посмотри, не криво приклеена. Все нормально? Швы плиточные хорошо заделаны? Руфинский, на ты что молчишь? Как коллега-эксперт. Фу, что это за вообще такое? Почему я здесь должен инспектировать? Не хочу. Шанюнчик. Шанюнчик. О, сейчас она будет проверять белье, правильно ли я подготовила для стирки. Да, но не обращайте внимания, у меня так. Я сначала белье в ванну вытряхиваю из корзины, а потом разбираю и стираю. Шанель, ну что скажешь, по цвету хорошо подобрано? Посмотри внимательно. Это ходит на кофты все зимние. Внимательно проверь. Не моя работа копаться в грязном белье. Я не хочу. Сейчас в туалет свалишься. У нас уже было несколько прецедентов, когда Шанель шлепалась в туалет. Если кому-то ну, не эстетично, кому-то не нравится туалет, ну простите, пожалуйста, но это жизнь тоже. У всех, наверное, дома есть санузел. Но не у всех, наверное, вот такие кошки наглые там лазят, да? А это, смотрите, трудодень получит такой же, как и его коллега. Его коллега уже все места облазила, все уже просмотрела, а этот как сидел, так и сидит. Да, ты еще и счетчики на водном посмотри, правильно нам там, нет, насчитали, нет? Давай, кошка Шанель, полотенце еще проверить сейчас, давай, давайте уже. Да, я согласна. На зарплату ты уже напроверяла, давай, на это, на вкусняшку. И ты тоже напроверял, давай. До свидания, эксперты. О, хоть звонит.